Почувствовать себя тигром. Уникальную возможность получили гости Самарского зоопарка. Пока новый вольер для грациозных животных достраивают, дети со своими родителями смогли лично изучить его и проверить, будет ли комфортно тиграм, кактусу и кассандре в новом жилье. Пока в квартире тигра-кактуса идет ремонт, ему приходится временно делить жилплощадь со львом Цезарем. Коты поначалу ругались, но когда поняли, что с соперником ничего не сделать и их отделяет решетка, успокоились и стали жить дружно. Пока кактус и его будущая возлюбленная Кассандра испытывают небольшие трудности с жильем. Но оно того стоит. После переезда в вольере их ждут и ели, и бревна, о которой можно и когти поточить, и полазить по ним, и утепленные домики, где можно отдыхать, и бассейн, в котором можно освежиться в жару.